Так, дорогие мои, сегодня у нас 3 ноября. Вон, смотрите, один куда попалась. За дверь попал. Это из предпоследних пишалок. Ну, а второй вот он, чубатенький. Это я же вчера открыл, там все равно соскочили. Ну, походу, не зашли. Ну, сейчас я на паузу поставлю. Поймаю, попробую этих загонять, поймаю тех. И будем продолжать тренировки. Я, походу, на паузе. Паузу снимал. Походу. Так, вот эти долетели. Ну да, на паузу снимал. Старость, не радость. Вот эти долетели, помотали, сели вот на ту крышу. Вон трое сидят, четвертый здесь. Один сидит там на проводе. Один сидит на проводе. Ну что? А второй там мотается. Так, дорогие мои, ну я думал, я нормально ролик снимал. Оказывается, всего пару минут ролика снимал. Ну вот, смотрите, выпускал я 7 штук, дорогие мои. А сейчас их 11. 4 там. Это 6, 10, 11 штук. Так, это значит голубочка от Вовы. Это вот чубатенький, вот этот кукленыш и челенок тут еще один. Я думал, а вот он там. Я думал, это этот. А вот он уже линяет. Из последних пишалок, вот этих двух, из последних пишалок. Не, челенок чуть пораньше. Думал, этот ржавенький прилетел. Оказывается, это челенок. Ну еще и с утра двоих я же загнал в голубятню. Оказывается, вчера вечером вот при ветре даже постарше 5 штук не зашли. Где-то были. Да и с утра не было. Значит, их далеко уносило ветер. Дорогие мои, вот был такой сильный-сильный ветер. Ну что, киндер-сюрпризы. Еще раз погнать. Или посмотреть, как вы спускаетесь. Да. Ну и как я вчера обещал Толику, что отвечу на комментарий его. Сейчас попробую читать. И ответить. Так. Салам алейкум, брат, как ваши дела? Как здоровы, супруги ваши. Спасибо, дорогой, замечательно. Как их, брат дорогой, я бы хотел у вас поинтересоваться. Я у себя в голубятне насесты, гнезда, все как положено сделал. Но голуби все равно на земле кладут яйца. То по краям, то по углу. А я хочу приучить сидеть именно в гнезде, которое я для них сделал. Как бы приучить, чтобы они в новых гнездах сидели. Нет, уже они опять на земле кладут яйца. Да, нерв не хватает. Я бы сам с удовольствием на эти гнезда. Ну, это смешно. Это, да, прикалывается. Вроде бы комфортно все сделал. Как быть, брат, подскажи, пожалуйста, с уважением, Толик, Туркмения. Да, ну, замечательно, комфортно для нас, Толик Джан. Это не говорит о том, что для них то же самое. Так, тут Леночка наша.
Дядь Гагик, у нас тоже вчера улетел в снегопад, а сегодня ветер сильный. А его так и нет. Уже не это, да, уже не прилетит. Никто ничего не знает. Леночка моя хорошая, прилетит, не прилетит. Понимаете? Ну, скажем так, да, с чувством юмором. Если муж домой не пришел ночью, не говорит о том, что он налево ходил. Ну, может, обстоятельства разные, деловые, там что-то не получилось, что-то как-то, да, там не всегда так получается. То есть, ну, в любом случае, дня 3-4, голубь, если даже пропал, мы же ведь не знаем, что произошло. Может, хищник разогнал, он от испуга упал там километров за 20 или за 30 или за 50 от вашего дома. Пока очухается, пока прилетит. Ну и помимо этого, ну, мне помните, было там старичок, мой любимый голубь. Вот его 3 дня не было. И как назло, знаете как, когда голуби нету, на следующий день думаешь, ну вот сегодня погода была плохая, да, там на следующий день еще хуже, еще хуже. Вот почему-то все время вот так получается. Ну, кто гоняет голубей, да, сейчас открой, посмотри. Или, давайте сейчас этих подберем. Да, почему-то все время как закрыт области, да. На следующий день она еще хуже. Засранцы, давайте, помотайтесь. Это пищалки, дорогие мои. 2 из них тоже, 4-й чуть постарше голубочка. Да, и вот получилось так, чтоб вот этот старичок мой прилетел на 4-й день. Кишки снаружи. Аж высохли. Была еще зима, мороз, замерзший. Я думал, не выживет. Ну, помните, я тогда показывал этого голубя. Есть там, я его промыл, перекиси эти кишки. Засунул опять на место, зашил. Ну, вот такие случаи бывают. То есть, одним словом, терпение. Терпение. День, два, три, можете не переживать. Абсолютно не переживать. А потом уже, если не прилетели, ну что, бывает, что через полгода прилетает. Бывает, что через год. Ну, были, я показывал, и лучше через 2, через 3 года прилетали. В общем, такое тоже бывает. То есть случаи все бывает разные. Так что главное не расстраиваться. Ну, теперь Ашот пишет. Каких Джам, привет. Ты этих пищалок спокойно можешь резать и на племя оставить. Они уже перепорованы. Шутка, конечно. Миру мир, голубям небо. Хоть с ветром. Да с ветром еще лучше небо. Аждан, ну я думаю, до последнего доведу с километра, потом порежу и в этот, и в маточник. Все-таки дома свинина закончилась. Миша, Гагик, здравствуй. Очень показательный ролик, только так голуби становятся настоящими голубями. А сидя в маточнике, голуби могут стать только настоящими матками. Вот что такое матка. Здравия здравомыслящим. Однозначно, Миша, дорогой, однозначно. Однозначно. Ну что, уже садитесь. Садятся. Ну теперь ответим на вопрос. На вопрос Толика. Что делать? Хотя Толик взял. Я много раз про это говорил. Тем более в моей голубятне есть один такой засранец. По имени генерал. У него голубка обычно любит вот там класть яйца. Да. Во-первых, гнезда должны быть удобные не для вас, а удобные и комфортные для голубей. Вот эти гнезда, они на самом деле очень комфортные. У меня, если знаете, есть решеточки, вот они тут висят. Знаете, есть вот эти чашечки, в которых я воду наливаю. Закрывается. Ну, тут привязал и все. Голубы.
И для паровки они замечательные. И для паровки замечательные. И бывает такое, что вдруг хищник забрал голубей, а птенцы еще маленькие, вам надо кормить этих птенцов. Да, ну скажем, вот такого размера птенцов, да и чуть меньше, спокойно можно с помощью шприца покормить. Ну покормили, дальше что? Дальше, если вы оставите открытым, чужие голуби залезут, начнут топтать, начнут бить их. Ну, для того, чтобы не зашли, опять же, вот этой решеточкой закрываете. Потом открыли, покормили, опять туда кидаете. То есть, всячески удобно. Ну, и самое главное, ну, если вы видите, у меня тут яйца валяются постоянно, я не все выкидываю, да, там. Да. Когда голубка снесла первое яйцо на земле, значит, до этого мы должны дать эту пару гнездо, чтобы они в этом гнезде сидели. То есть паровали, дайте гнездо. Если вы видите, что они на земле греют, то есть они уже начинают сено таскать туда, по углам на земле, да, значит, ну скоро они должны снести яйца. В этот момент берете, закрываете в гнезде, что они это гнездо взяли. Ну уж если она настырнее вас и все-таки взяла и снесла там, вот, да, там, на полу, а не в гнезде. То есть гнездо то взяли, но снесла она там. Ну что делать, снесла на одно яйцо, берете голубку, закрываете в этом гнезде. Также водичка, одну голубку, без голубя. Голубь должен быть, да, там, на свободе. Потому что если двоих кинете в гнездо, они сесть не будут на яйца. Они будут опять яйца создавать. То есть одно яйцо вы можете подложить под другого. То есть настоящие яйца можете подложить пока под другого. Походу кто-то залез, зашел, птенца побил, и птенец замерз. Засранцы. Подрались, походу, за гнездо. И этот. Мысли все с головы слетели. Берете это, да, такое простое яйцо, кладете, чтобы они не испортили, это, что яйцо не испортило. И голубку туда. Она снесет второе яйцо и сядет. Ну, видите, соскакивает, опять положили. Ну, уже несколько дней уже увидите, что четко она садится туда. Ну, тогда ее настоящие яйца подложите под нее. Тогда она уже будет сидеть. Вот так можно приучить, по-другому никак. Очень часто, особенно тогда резкие перепады бывают, когда, то есть для голубят страшно не морозы, а страшно, когда резкие перепады бывают. Эй, бандит, ты куда залез, засранец? А страшно, когда резкие перепады. Почему? Потому что когда холодно, стабильно холодно. Голуби, они садятся на этих, на птенцов. А когда вот это, да, такое, не очень холодно, в общем, и потом резко холодает, вот в этот момент голуби не с это, да, ну они привыкли, когда не холодно, не садятся. В общем, и когда потом резко перепад бывает, короче, они не садятся уже, и птенцы замерзают. И очень часто вот эти замерзшие птенцы, которых мы думаем, что вот я сейчас взял под эту, подложил сюда. Видите, он сейчас как бы мертвый. Ну тут еще, видите, раздолбили его, не знаю, насколько он там был. Ну посмотрим, если будет живой, завтра я покажу. Очень часто бывает вот такого, как бы мертвого, подкладываете там, ну, либо домой занесете там, чтобы грели. В общем, видите, да? Либо вы греете, в руках можете так просто взять, держать там, согреть.
То есть в руках держите, греете, и вот там вы почувствуете, чтобы она начинает дергаться. То есть это тоже опыт, который не каждый знает. И частенько вот эти тельцы новорожденные, да, там, они отходят, согреваются. Да, вот сегодня я с подчеля двух подложил сюда, под него, потому что они как бы оперевшие, тоже в таком же состоянии были. Видите, вот один вот этот, видите, уже от, это, да, уже ожил. А, ну, второго я убрал, второй умер, второй не выжил. Да, но тут есть еще другое. После того, как эти птенцы отошли и начинают расти, нужно обращать внимание на них. Они чихают, не чухают ли они, пока они в гнезде сидят, ничего. Если увидите, что у них уже появляется хрип или там это, да, клюв приоткрыто постоянно, то в этом случае спасенного голубя, птенца, надо убирать, потому что она... А, ну они еще и летают, голуби мои. Их поднять не надо. Ну, я ж, по-моему, не поднимал. Я сначала поднимал вот этих пищалок. Они начали садиться, и этих. Вон там куда же успели, умудрялись и улезнуть там. Видите? Вон как замечательно. Видите, и гонять не надо. И гонять не надо, дорогие мои. Да, а также... А, алло. Это ты поднял голубей? Ну, сейчас, да, досниму. Тихоря пришел, сидит. Не, на самом деле, ты поднял голубей? То я вроде не поднимал. Да, и еще там, значит, ну, до того, пока я начал снимать голубь, это, да, ролики в YouTube выкладывать, я до этого выкладывал в Одноклассники. Ну, тогда, по-моему, с Киева, там, председатель голубевода, уже забыл, как его зовут, он со мной связался. И тогда Одноклассники... были там заблокированы, попросил, чтобы этот, в YouTube тоже выложил. Ну вот тогда я так и начал выкладывать ролики в YouTube. Так что Одноклассники мои еще остаются, дорогие мои. Без проблем можете этот выкладывать, вон там. Тёма Акупов. Раньше, по-моему, Артём Акупов был. Да, вот он. Ну, дальше почитаю, что он там пишет. А, дядь Гагик, приветствую вас. Как ваши дела? Здоровье как? Наверное, не узнали меня. Мы как-то с вами общались давно. Я с Краснодарского края. К вам приехать собирались, не получилось. Ютуб не работает у меня. Пришлось Одноклассники скачать, чтобы... Спасибо, что сюда выкладываете. Есть возможность узнать еще что-то новое. Успел уже отслужить, как вернулся и снова голубей завел. Да. Вот видите, как хорошо. Это не забывает. Это не забывает. Да, так что если вдруг получится так, что YouTube напрочь закроет, то вы уже знаете, где найти меня. Так, да, добрый вечер, зовут меня Александр, я с Астраханской области, я тоже голубятник, я просмотрел много ваших роликов, много интересного, как бойной бакинской птицы занимаюсь второй год. А можете ли вы дать мне свой телефон для связи и есть ли возможность подъехать к вам? Да, значит... Для всех, дорогие мои. Ну, я, в принципе, в каждом ролике, я же всегда говорю, да, там, спасибо за поддержку, это, да, там,
Вы думаете, дорогие мои, я им всем этим ребятам дал свой номер телефона? Нет. Один из этих ребят, вот, кстати, вот перед этим я как раз разговаривал, вроде снимать, Саша Яковлев, который вот недавно с Уфы ко мне приехал, он. Значит, берете мой ролик, значит, да что ж такое, да. Берете мой ролик, под роликом есть такое, да, нажимаете описание, хорошо, а нам тут пишется, можете поддерживать это, да, там, и вот тут еще написано, на этот еще нажимаете, дорогие мои, вот мой номер телефона тут написано, да, контактный номер телефона, это вот у кого есть вопросы. А кто хочет помочь, к этому номеру телефона есть привязана карточка по этому номеру. Вот могут вот так. То есть номер телефона мой находится в доступности. Для этого только что надо делать. Для этого надо посмотреть. Открыть описание, посмотреть. Дорогие мои, ну мне брат приехал. Миру мир голубям небо. Гоняйте голуби. Завтра я их уже 500 метров буду проверять. Всем удачи. Так, дорогие мои, на этой кукленыш там сидит. Так, ну сейчас пойдем. Ну пока с Араратом разговаривал, забыл покормить. Сейчас пойдем посмотрим, дорогие мои, что произошло. Я же его сюда положил, правильно? Мертвого, битого, израненного. Ожил. Все, дорогие мои. Это же пищалка. Понимаете? Ну, сейчас положим, наверное, на место его родителей, скорее всего. Хотя не знаю, тут тоже один вроде. Членка. Или здесь оставим, пусть двоем будут. Ну да, в принципе, они, наверное, сейчас одного размера. Да что ж вот такие чувственькие. Да, в принципе, тут разница не такая уж большая. Вот это очеленка. Считайте, вот этим двум я сегодня жизнь спас. И заодно посмотрим как. Ну что, дорогие мои, миру мир, голубям небо, всем спокойной ночи. Занимайтесь. Удачи всем.